Ну, находимся за Застепью. Озерцо здесь между Ивановкой и Застепью. Решили проехать сегодня на филдере с порезанным бампером. В тот раз у нас не получилось. На Арахлей. Дорога эта, кстати, сходится с дворцами. Как бы интересно. Попробуем сегодня сделать такое путешествие. Погода очень хорошая. Ветром сдуло весь дым. Тепло. Просто кайф. Вот заехали на одну из горок. Такой вот вид здесь простирается. Озеро вот это вот. ГРС видно. Дымы наши трубят трубы. Вот сейчас поедем дальше. Красота. Тепло, хорошо. Солнышко светит. Ну, конечно, эта зима какая-то совсем бесснежная. Снега вообще нету сейчас. За хребтом вроде бы где-то был снег. У нас в Чите уже все растаяло и вообще сухостой один. Посмотрим, что будет за хребтом. Ну, скорее всего, это торфяники горят. Болотина одна везде. Сейчас вот посюда еще поедем. Вот такие вот просторы у нас. Вот такой вот лифт. И высота у филдера. Думаю, проедем. А так везде дымок стоит. Прямо где болотина, там все и горит. Чуть не упал уже, все и скользко. Тут, видать, речушка какая-то. Вон машина с дровами какая-то едет. Будем пробовать, чтобы попасть в нормальную колею. Главное, чтобы не снесло никуда. Напоминаю, филдер не 4 ВД, а 2 ВД. И, кстати, как вы можете заметить, здесь снега довалы. Хотя мы были там, и снега вообще никакого не было в начале еще пути. Здесь как бы снега хватает. Красота.
Ну, то место мы проехали нормально. Здесь единственное, вот такая вот борозда, на которую бы не хотелось бы слететь, и тоже придется ехать вот в таком положении. Снега много, красиво, будто бы опять очутились в зимней сказке. Ну и филдер может, что сказать. Конечно, честно сказать, это настоящее чуть не убийство автомобиля, который, по сути, не рожден для этого. Но эксперименты требуют жертв. Hella thick, I wanna smash them all now. Speed up, gas pedal, gas pedal, gas pedal, gas pedal, gas pedal. You already know me, S-A-G-E. Gas pedal, gas pedal. Black money, let them say amen. I'm just tryna make it clear, boy, Ray Bans. I'm a great man, whoa, say friend. I play a whole day, night, DJ amen. Room full of boppers, tell them give me topper. Beat it up, 911, hit the coppers. I'm S-A-G-E, who would like to know? Me, 5-4-5, large, me, you do. West side, baby, do what you do. And you got tail, what that shit do. It's pretty new, now that's the way that I grow. I be stepping up in the club, they make it drop to my show. Her do mad cause I spoon, but I don't give a fork. Silver wearing new out if he acting a boy's for it. Use a door, grab a girl, and get a yank, yank. Got a booty like coops, I'm tryna make it. Wow, slow down, grab the wall. Wiggle like you're tryna make your roots fall off. Hella thick, I wanna smash them all now. Speed up, gas pedal, gas pedal. Gas pedal. Speed up, gas pedal. Grab like I'm a dope. Grab like I'm a dope. Grab like I'm a dope. Вот едем мы уже, вот такая дорожка. Но уже езда составила, я даже не знаю, часа два, наверное, или три. Пробираемся через дебри, всякие болота. Даже цеплялись днищем немного. Тут как бы все в снегу, еще остатки есть. Ну, дорога такая клевая, сам ком. Жаль, видеокамера до конца не передает всю красоту. Ну и Дарахлей остается примерно как километров, я думаю, наверное, 10. Думаю, скоро мы уже приедем, потому что уже начинает потихонечку скоро темнеть. She got a booty so big, it's like a Ferris wheel. Yo, lil' mama got sex appeal. I don't like to sing, she wanna get a record deal. You can't shoot your boyfriend, it's finna get real. She got a booty so big, it's like a Ferris wheel. Slow down, grab the wall. Wiggle like you're tryna make your roots fall off. Hella thick, I wanna smash them all now. Speed up, gas pedal, gas pedal, gas pedal, gas pedal, gas pedal now. Speed up, gas pedal, gas pedal, gas pedal. Grab like I'm a dope. Grab like I'm a dope. Grab like I'm a dope.
Доехали до речки Кадалинка или Кадала, точно не понял, не знаю. Вот так мы все и пробираемся все ближе и ближе. Скоро уже Ярохлей, деревня Тосей. Конечно, все классно, но маршрут этот, конечно, вымотал. На более подготовленной машине, думаю, бы тут бы вообще бы проблем бы никаких не было ехать. Вот, наконец-то мы выехали. Уже, конечно, солнце скрылось. Еще чуть-чуть, так вот, блики есть. Даже машины какие-то вон едут. Ну и деревня Тосей. Все-таки мы на филдере пробрались через все, какие можно... Даже не знаю, как назвать это. Автобус он там даже едет. Задний ход у меня подзагнулся. Чуть-чуть мы зацепили. Немножечко цеплялись днищем. Ну а так в целом как бы нормально. От поездки, честно, немного устали. Очень много времени прошло. Это мы выехали где-то часа в 3, в 4-м. И сюда приехали только 6:30, около 7. Типа пикничок на Иване, теперь домой. Yeah, I'm so cold. My shit hot, feeling like some.